17-е, четверг, вечер, 4:44. Вот, пришла с работы, не снимала, потому что у меня телефон сел. А сейчас помылась, хочу кушать. Пойдемте. Что-нибудь забомбанкой. Там на кухне, кажется, кто-то есть. Я помыла картошечку. И пошла немножко хоть. Причесалась. Не знаю, короче, что мне могу говорить. Уж не судите строго, правда. Я только с работы еле дошла. Да. У меня такой вопрос. Говорят, проводить операцию, деньги пересылать или получать? Что-что? Еще раз, секундочку. Ну ладно. Значит, Настя съезжает, да? Да, она уже рядом с вещами находилась. Ну и хорошо. У нас в этом году вообще уже поменялись во всех комнатах люди. Только мы здесь, вы и Алена. Да, да, да. Вот так вот. Я вообще не знаю, почему Федя, он же снимал. А сейчас, наверное, выгодно ему квартиру сдает, сейчас же пандемия. Квартиру сдает и на эти денежки будет жить. А какую квартиру? Ну, у него какая-то там квартира, вроде нет. А, у него только эта комната. Ой, ну я не знаю. Он сам снимал, по-моему. А, ну, наверное, невыгодно снимать, и он... В общем, я не знаю, по какой причине он... В общем, не хочется мне додумывать, не знаю, в общем. Как-то ему, наверное, удобно он сейчас так. Спокойный. Спокойный, значит, хорошо. Так... Была у него девушка странная такая. Угу. До этого. Ну, это давно было. Ага. Еще Женя был вдову. Он встречался с другой, а с этой живет давно уже, да? А с этой, да, несколько лет. Ага. Но он и с той жил, она здесь жила с ним. Угу. Девушка-то. Вот, первая, которая Лене не нравилась. Угу. И она довольна, что у нас... Ну, не лень же с ней жить, а ему. А? Не лень же с ней жить, ему. Ну, знаете, бывает, что не нравится девушка, но продолжает всем жить. Но в итоге не расстались. Угу. А Лена сказала, что эта девушка... Ну, давно она еще, не сейчас. Говорила, что нормально будет. Понятно. Почему я не могу их убить, этот счетчик, потому что я бы он никак не взял деньги. А мне Егор никак не отдаст деньги. На счетчик? Да. Ну вот, видите. А я не хочу за него говорить. Я знаю, как он нас вернул. А вам деньги-то вернули? Которые, вы говорили, у вас сняли с карты как-то. Не с карты у меня сняли, а за свет сняли. А. Кто мне вернет? Нет, Алена должна вернуть. А, так и не вернула? 4 года уже тогда вернула. 4 года? Ты круто. 4 года. Ну, 4 года, не 5. Она думает, сделает вот это. А вы мне требуете? Или просите? Попросить, что требует, без разницы. Согласен. Она отдала мне 2000. Так, осталось меньше, наверное. 2 дня проходит или... Ну, 2 дня. Женя уже болела. Она пришла и у него болела. Эти 2000. А отдавать мне 2000. Включается... Сколько должна была, столько и осталось.
Чем рассказывать, потому что там Евгения Павловна жалуется на то, что у нее позанимали деньги и не отдают. Вот такая коммуналка питерская. Такие коммунальные склоки. Давайте светочку включим. Вот. Вот эта девушка уезжает и приезжает сюда хозяин, который, ну, чья это комната. Вот, так что теперь мы здесь самые долгие, правда. Вот эти уже менялись при мне 3 раза. Вот те, которые так через стену. Сейчас покажу. При мне менялись 1, 2, 3. 4-й раз сейчас. 4 новые, 4-й здесь живут. Здесь менялись. Здесь был Ваня. Ваня, девочки, мальчики. Еще мальчики. Сейчас другие мальчики, уже 5-е. И здесь только живут вот хозяева эти. И вот хозяин сейчас этот приедет сегодня или завтра. И мы самые-самые выносливые с подругой. Вот так вот. Ладно. Там музычка. Юлька слушает. Сижу с кенгурушкой, слушаю музыку и жду пока. Видите, у меня тут такая галерея. И жду, пока картошечка пожарится. Кушать хочется уже. Наверное, начали мышцы расти. Потому что раньше приходила 3 дня, вообще не могла кушать. И не было аппетита. А сейчас прихожу с работы, купаюсь и сразу же хочу кушать. Вот так вот. Ну что, пойдемте посмотрим, что там наша картошечка. Красота. Thank you.
Что мне не захотелось соломкой, а именно ключик. Красота! Вот такая картошечка. Прекрасная. Всем приятного аппетита. Кто кушает? Мои родные. Люблю вас. Волшебного вечера. До завтра. Ура! Завтра пятница. Короткий день. Я уже не могу. У меня сегодня зрительница моя Любовь пишет. Ира, человек был создан, чтобы трудиться. Так смешно, правда. А я думала, человек был создан, чтобы любить из любви и для любви. Ну ладно. Кто как считает, тот так и был, наверное, создан, потому что каждый творец и со-творец. Ну вот, кто как хотел, тот так и был создан. Люблю вас, мои родные. Спасибо, что вы пишете, смотрите. Пока-пока. Волшебного вечера.